Белые в городе! Так и было 100 лет назад, когда добровольцы вооруженных сил Юга России взяли Орел. События вековой давности вспомнили краеведы и общественники из регионального отделения Общества исторического просвещения «Двуглавый Орел». Местом для небольшой лекции о тех, кто Орел тогда брал, стала балка Непрец в Орловском районе неподалеку от озера «Светлая жизнь». Здесь до 1917 года находился полигон 17-го гусарского Черниговского полка и частей Орловского гарнизона. Стреляные пули здесь можно найти до сих пор. А в 1919 году, по одной из версий, эти окопы и овражки стали братским кладбищем для 150 или даже 200 белогвардейцев. Предположительно, их обоз с ранеными отступал из Орла, где белые пробыли около недели. И в этом месте был атакован Красной кавалерией. В 2005 году братством во имя великомученика и победоносца Георгия на месте боя был установлен поклонный крест. Литию возле него отслужил руководитель молодежного отдела Орловской митрополии иерей Дионисий. А продолжением памятных мероприятий, посвященных столетию гражданской войны на Орловской земле, станет готовящаяся выставка военно-исторического музея и реконструкция боя у Новосиля.